Смотрите сегодня. Новая компьютерная мышь снабжена оптической системой с подсветкой. Канадский квейкер Гриффин официально назван новым игроком команды Evil Geniuses. В школе киберспорта мы рассмотрим одни из самых интересных подсадок на турнирных картах. И, конечно, сегодня вам предстоит увидеть игру между шведской командой Fnatic и российскими ребятами из Virtus.pro. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Известная вам организация Meet Your Makers, устраивающая так называемый официальный чемпионат мира по Dota All Stars среди кланов и сборных, также проводит турнир Prime Defending League. В первом сезоне данного турнира искушенный фанат может увидеть практически все топовые команды, за исключением наводящих ужас на иностранцев Virtus Dota. Ярослав «НС» Кузнецов и его команда не попала на PDL, так как пропустила финал прошлого MIM Pride. Летом в Шанхае состоится Digital Games 2008. Значимость этому событию придает тот факт, что турнир будет проведен в рамках неофициальной программы летних Олимпийских игр. Digital Games уже получили поддержку со стороны китайского правительства и Международного олимпийского комитета. Организаторы сообщили об отсутствии призового фонда как такового. Участники будут довольствоваться золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Канадский квейкер Гриффин официально назван новым игроком команды Evil Geniuses. Канадец стал третьим атлетом в Quake 3 ростере команды и главной задачей перед собой теперь ставит доминирование прежде всего у себя на родине. Как вы знаете, совсем недавно организация из Северной Америки подписала американца CZM, а еще раньше под знамена этого проекта был призван не менее талантливый атлет Ченс. Один из ветеранов Маус-движения Ким Сейс Хэммер покидает свою команду. Об этом стало известно после неудовлетворительного выступления шведа на проходящем в Пекине PGL3. Да, топ-8 турнира весьма неплохое достижение, поэтому причины ухода одного из сильнейших эльфов Европы из команды не совсем понятны. Известно только одно – контракт был расторгнут при обоюдном согласии двух сторон. Такой ход от менеджеров Маус может дать нам пищу для новых размышлений, ведь в команде теперь нет эльфа. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы рассмотрим одни из самых интересных подсадок на турнирных картах. Быстро сделанная подсадка дает вам преимущество в позиции, так как подсадки очень редко чекаются противником. Первая подсадка выполняется на карте D-Dust на центре. Чтобы выполнить подсадку, нужно два человека. Нижний садится вплотную к ребру дверей, и они делают дабл-джамп. Дабл-джамп – двойной прыжок. Выполняется он так. После прыжка верхнего нижний прыгает незамедлительно и подсаживаемый прыгает еще раз, а в конце приседает. Вторая подсадка выполняется на карте D-Nuke на рампе. Нижний становится на край ящика, а верхний запрыгивает на него. Они делают дабл-джамп. Подсадка несложная, но очень эффективная. Для третьей подсадки требуется три человека. Но она стоит того. На карте D-Inferno на зелени два человека делают лесенку. А третий спокойно забирается наверх и занимает выгодную позицию. Поначалу подсадки не будут получаться с должной скоростью. Но постоянная практика приведет к их совершенному исполнению. Мы – школа киберспорта. Учитесь на одни пятерки, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Удобство управления различными функциями этого руля обеспечивают 8 программируемых кнопок. И, конечно, сегодня вам предстоит увидеть игру между шведской командой Fnatic и российскими ребятами из Virtus.pro. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Беспроводная мышь OUKLIK 820M. Она имеет классический дизайн. Количество дополнительных кнопок минимально. Мышь снабжена обычной оптической системой с подсветкой видимым светом при помощи красного светодиода. Разрешение 1600 dpi. Основным недостатком мыши является скользкое пластиковое покрытие с напылением на корпусе. Рука частенько проскальзывает при длительном использовании, а краска быстро стирается. AFOTEC Scroll Track – красивый трекбол.
Формой корпуса эта модель напоминает морского ската, а две кнопки, очень похожие то ли на крылышки, то ли на плавники, придают ему еще большее сходство с этим животным. По своим функциональным возможностям аналогичен 4D-мышкам и оснащен тремя кнопками и двумя колесами прокрутки. Учитывая то, что трекболы наиболее подходят для работы в графических пакетах, наличие второго колеса прокрутки приходится как нельзя кстати. Руль Sven Rockfire имеет оригинальный дизайн. Диаметр рулевого колеса средний 26 см. Угол поворота колеса оставляет желать лучшего. Он составляет всего 184 градуса. По этому параметру руль значительно проигрывает многим современным рулям. Удобство управления различными функциями обеспечивают 8 программируемых кнопок. Также есть два подрулевых рычага с плавным ходом. Их можно использовать в игре вместо педалей. Сами педали сделаны очень маленькими и неустойчивыми. Logitech мгновенно превращает ноутбук в удобную рабочую станцию. Alta Cordless приподнимает экран переносного компьютера на высоту, более удобную для обзора. Полноразмерная беспроводная клавиатура и цифровая панель обеспечивают быстрый и легкий ввод текста, а также доступ к мультимедиа. Три высокоскоростных USB-порта мгновенно связываются с выбранными периферийными устройствами, беспроводными мышами, принтерами, внешними дисками. Устройство совместимо практически со всеми ноутбуками. Приветствуем вас, уважаемые любители киберспорта! Именитые чемпионы команда Fnatic прилетели всего на несколько дней из Швеции, чтобы сразиться за $5000 с командой Virtus.pro. Состав команды Virtus.pro. Колесников Алексей, Алексей К. Лекс, 21 год. Благин Михаил, Майкл Б. Кейн, 22 года. Макаров Роман, Роман М. Ромшке, 19 лет. Сухарев Иоанн, Иоанн С. Эдвард, 19 лет. Тесленко Даниил, Даниил Т. Зевс, 20 лет. Virtus.pro сделали достаточно непредсказуемую замену в составе. Теперь вместо Салли в их составе будет играть еще один легионер – Благин Михаил. Кейн играл вместе с Эдвардом и Зевсом в одной команде и показывал впечатляющие результаты. Состав команды Fnatic. Харлей DSN Орвелл, 20 лет. Оскар Арчи Тарджерсон, 19 лет. Патрик Форест Линдберг, 19 лет. Оскар Инс Холм, 21 год. Патрик Карн Сеттермон, 22 года. Fnatic никаких замен не делали и не собираются делать в ближайшем будущем. Их залог успеха – стабильный состав и игра. Первой была сыграна карта Dead Dust 2. Наши потерпели обидное поражение со счетом 12-16. Вторая карта – Dead Rain. На ней русские оторвались по полной, выиграв без особых сложностей со счетом 16-9. Остается финальная карта The Inferno, на которой решится окончательный исход битвы. Virtus.pro выигрывают knife раунд и решают начать за оборону. В первом раунде Fnatic делают раш на Б, Ромшки убивает Арчи, Лекс минусует ДСН и Фореста. А тем временем Карн и Инс убегают на А и ставят плент. Но через несколько секунд приходит Эдвард и ставит точку в этом раунде, убивая их обоих. Следующий раунд – слив у Фнатиков, который проходит очень быстро. В третьем раунде у шведов закуп, так как в первом раунде они успели поставить бомбу. Фнатик сначала халдят, а потом решают атаковать плант А. Происходят многочисленные размены. В результате Ромшки, только что подошедший с Б, остается против двоих террористов, которые уже установили бомбу. Инс угадывает момент и убивает Романа с одной пули. Счет становится 2-1. Этот раунд был переломным на первом этапе игры. После него русские проиграли 5 раундов подряд, пока вновь не поймали свою игру. Девятый раунд, счет 6-2 в пользу шведов. Fnatic сначала медленно атакует плент А, но, потеряв там несколько человек, отходит быстро на Б и ставит бомбу. Происходят размены, и в результате Форест остается против двоих русских. Швед убивает Эдварда, но погибает от пуль Зевса. Счет становится 6-3. Шведы тотчас же перехватывают инициативу и берут еще 2 раунда. Счет 8-3. Virtus.pro понимают, что больше раундов отдавать нельзя, так как потом придется идеально играть за атаку, чтобы выиграть.
и начинает брать раунд за раундом, доводя счет первой половины до 8-7 в пользу шведов. Команды меняются сторонами. Virtus.pro втроем занимают ковры, но на секунду отвернувшийся Lex тотчас же получает хедшот. Русские бегут в атаку, сметая всю оборону планта А, а оставшегося ДСНа пытаются зарезать. Но не тут-то было. Швед убивает своих обидчиков и затормаживает атаку, чтобы его тиммейты успели подойти. Оставшийся в живых Инс вытаскивает раунд, убивая Ромшки и Зевса, а также разрядив бомбу. Virtus.pro вынужден сделать эко-раунд, чтобы в следующем раунде сделать фул. В следующем раунде при счете 2-0 в пользу Fnatic русские решают похолдить. Трое простреливают банан и откидывают гранаты, оставшиеся их прикрывают. Потом все подтягиваются к А-пленту и, грамотно раскидав флеши, без особых проблем занимают его. Пытавшегося засейвить оружие Инса убивают на банане, а Карну все-таки удается сохранить свой девайс. Счет 7-3. Virtus.pro остается взять всего два раунда до победы. Virtus.pro занимают мидл и пытаются простреливать ковры, попутно откидывая гранаты, но наших отстреливают по одному, не давая шансов занять плент А. Оставшиеся в живых Lex и Зевс решают атаковать плент Б. Карн, стоящий на пленте, не дает им шансов поставить бомбу, убивая обоих. Оставшиеся раунды Virtus.pro берут без особых трудностей и выигрывают встречу за счетом 16-13. Поздравляем наших ребят с победой и желаем показать такой же уровень игры на ESVC. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов, новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.